Это небольшая сувенирная пирамидка, 1/1000 большой пирамиды, что выросла во дворе дома 78 по улице Энгельса. Автором деревянной конструкции Хеопса стал неравнодушный житель Верхней Салды Олег Михасенко. Однажды мне пришлось сделать крышу на дом, попросили сделать. Я лазил по обрешетке и подумал, что это идеальная конструкция для лазения. Во-первых, удобно цепляться, удобно браться, лесенка, и вроде бы надежно и безопасно. Бывший работник дочернего предприятия ВСМПО «Строитель Укс» удивляет соседей каждый летний сезон. Сначала построил горку, затем песочницу, качели, а сейчас вот на пирамиду замахнулся, и задуманное получилось. У меня был в детстве верстачок, инструменты, полный набор. Я смотрел на отца и как-то перенимал опыт. Когда я строил пирамиду, я попросил жителей окружающих домов помочь мне, объявление развесил. Ну, нашлись люди. Спасибо, кстати, им. В этом дворе редко случается, когда игровые конструкции пустуют. И днем, и вечером здесь всегда много ребятни. Посмотреть на чудо-пирамиду приходят жители других районов. У нас там, как обычные площадки, горка, просто качели и все. Мне эта пирамида нравится, потому что с нее очень хорошо смотреть вдаль. За безопасностью своих фигур Олег Михасенко наблюдает лично. Но не все его конструкции работают круглосуточно. Например, с наступлением тихого часа эта лавочка закрывается. Такой простой и оригинальный способ избежать визита непрошенных гостей придумал Олег Геннадьевич. В планах мастера сконструировать детские тренажеры. А еще Олег Михасенко придумал, как бороться с мусором. Но обо всех задумках пока не рассказывает. Неравнодушный житель очень хочет, чтобы кто-нибудь поделился с малышами песком. А то умная песочница пока так и пустует без детского смеха.